Зоне смещается на ударную позицию, сошла шайба с крюка в последний момент, и еще добивание хорошее бы последовало в дальний угол. Но ворочек команды Марина на месте. Тамук видел на Дане подключение партнера, еще один хороший бросок. И с этим бросков Миланов отлично справился. Пута Алексей и нанести добивание поворотом Дмитрова. Бросок верхом, и с этим броском Миланов Георгий отлично справляется. А здесь нужно вылазить, попытка вылезти. И у нас еще, во-первых, сдвинуты ворота. Во-вторых, непонятно было, зафиксировал ли шайбу Миланов. Но вроде как вратарь команды Марина со своей задачей справился. Ну, отлично. В углу площадки с Юсуповым уходит тот за ворота. Бросок по воротам, и снова Миланов Георгий. Без каких-либо проблем. Рука арбитра, будет удаление в составе Марина. Дальний бросок, и Миланов Георгий фиксирует шайбу. Шайба остается за Чайкиным. Опасного, нужно заряжать. Нет, перевод, щелчок в одно касание, и Миланов Георгий шайбу фиксирует. Оказывается, Морозов. А здесь очень хорошая борьба. И будет ли бросок по воротам? Нет. Миланов Георгий выкатился и шайбу накрыл. Немножко не получился бросок с неудобной руки. И пытался Юсупов Эмир забросить шайбу в ворота. Что счет на табло у нас 4-0. Гости ведут. А здесь хороший наброс от защитника Дмитрова. Добивание и добывание. Преднику бросить. Устремляется Паснов в атаку. Хорошо проходит. Поднята рука арбитра. Миланов Георгий шайбу зафиксировал. Торчане входит в зону соперника. Поторопился, мне кажется, здесь. 57-й номер Дмитрова. Крыться против двух игроков. Да, сохраняет шайбу за собой. Первая передача. Еще одна. И как там тащит Миланов Георгий свою команду. Поднята рука. Шайба все равно остается за дмитровчанами. Хороший перевод, но не получился здесь щелчок у Инов. Уходит хорошенько от силового приема. Отличный бросок в ближнюю. И на месте оказывается Миланов Георгий. Перехватили инициативу, устремляются в атаку. И хороший щелчок, и Миланов Георгий фиксирует шайбу в ловушку. Сделать финальный бросок. Пас на Шаркова, бросок, и что творит Миланов Георгий? Снова спасает свою команду. Оф. На Чайкина. Бросок поворотом низом, и Миланов Георгий шайбу зафиксировал. В средней зоне, и звучит финальная сирена, и со счетом 4-1 победу одерживают гости, команда Марина. Поздравляем их с этой победой, дмитровчанам желаем не расстраиваться, хорошую игру они показали, но мне кажется, что включились немножко поздновато в борьбу, но если бы включились пора.